Успехи тюменцев в соревнованиях профессионального мастерства отметил сегодня главный федеральный инспектор региона Андрей Руцинский. На встрече с журналистами анонсировал награждение победителей конкурса «Славим человека труда». Оно пройдет в Тюмени 25 апреля с 12 до 14 часов. Наша область в командном зачете на первом месте среди регионов Уральского округа, еще и с большим отрывом в 35 призовых мест. Вторые челябинцы, у них 27 победителей в разных специальностях, на третьем месте Югра. Из этих 35 наших номинатов, все они будут награждены вот на этом мероприятии, 11 только первых мест, 14 вторых и 10 занявших третье место. Среди них как опытные работники, так и наша молодежь. Поэтому мы гордимся тюменцами. Здесь мы тоже впереди наших соседей.